Доброе утро! Мы едем в отпуск! Инициатором этого замечательного путешествия была я, Геленджик, голубая бездна, кабардинка и, внимание, сухогруз Рио. Это то, куда я хотела больше всего. Надеюсь, и вам понравится. Желаем вам приятного просмотра. Доброе утро! Мы едем в отпуск! Это Ромка. Это Миша с Наташей, моя сестра. Вот так вот мы едем. Я поспала. Вроде нормально. Адлерский поезд? Да. Класс. А чё он такой короткий? Может, 20 минут. Мы в Сызрани, короче. В общем, мы в гостинице в Саратове. Рома пошел в туалет, закрылся, он открывает замок, он не может открыть его, что вот замок, и он застрял в туалете. Рома, походу, ты умрешь в туалете. Я говорю, тут даже ножиком не получится отковырять, щель очень такая маленькая, тут не получится. Ты, блин, стену, она уже двигается. Идем на море. Вчера мы приехали, отдохнули, поспали, сейчас мы идем к морю. И мы впервые оба в Геленджике. Геленджик. Смотрите, какие у нас панамки классные. Мы еще одеты почти одинаково. Рома! Ты что, водолаз? Ты что, водолаз? Вот это море, показываю. Все, давай, плыв. Все, мы брат, ой, плыву на подушечке. Красота. В общем, сейчас с Ромой едем в сафари-парк. Он тут зоопарк, типа что-то такое, очень популярный. Да, Ром? Будем снимать всяких зверюшек. Сегодня я решила его отвезти туда, точнее, он так решил сам. И вот. Вот такая красота. 60 ром или 40? Когда штраф придет, да. Рома немножко расстроился. Там. Немножко. Дверь поцарапала машину. Маш, когда выезжал с гостиницы, поцарапал немножко дверь воротами. Ну там чуть-чуть. О, обидно, пипец. Сафари-парк находится где-то вон там, в горах. В общем, мы уже приехали сюда. Музыка заиграла. Тут еще и трасса. Да. Через 4 машины вперед. Тут парковка есть. Через 4 машины? Ты там стоишь? Я туда место стою. А ты стоишь там? Давай, я подойду, да, ты мне уйдешь. Иди сюда, и я подъеду сейчас. Блин, если запаркуюсь, давай. Выезжай, давай. Подходи, давай. Видно, пустяк. Короче, тут парковки, говорю, мало. Вот нам пришлось вставать прямо вот на магистрали. Но Ромка сказал, в самом сафари-парке все парковки заняты. Подожди, Ром. У меня камера упала. Блядь.
одними окнами. Да, я с той стороны пойду, а пойду. Иди пока. Сейчас я вещи свезу. Короче, вот так парканулись. В принципе, неплохо. Сейчас пойдем в сафари-парк. Ура! Вот вошли мы только что в сафари-парк. Так вот тут как раз это. О, лама. И уже тут встречает нас лама. Ну, ее плохо видно. Короче, идет к нам. О, господи. О, господи. О, господи. Ром. Рома, страшно. Да он убегает. Посмотрел на меня, передумал. Ходим, ходим за ним, от нас. Ой, смотри, смотри, оборачивается. Вот обратно идет. Смотри, смотрите. О, смотри, смотри. Помашет, надеюсь? Да. Мне жопой стыд. Он туда-сюда ходит. Так прикольно ходит. Пятки такие белые. Сторожи. Ага, топотульки. Не, смотри, смотри, смотри. Так пришел пройти. Сюда и ходит. Смотри, смотри, смотри. Ты чё, всё? Еще расскажи, что вот мы на канатке прокатились, нас там сфотографировали. Нас, да. И так в будке тёлка, которая сидит фоткает, она такая, типа, помашите, я такая, и вот так еще как-то скрючилась. Покажи. Мне не нравится, но я ее купила за 400 рублей. За 400 рублей. Теперь каждый раз, когда она смотрит на нее и огорчается. Подожди, а почему фокусируется? Че, не знаю. Короче, это трэш. В общем, погуляли мы по сафари-парку. Сейчас мы сфоткаемся еще раз со слоником. И вот мы уже спускаемся. Едем потом домой. Поднимаемся в выши, находим еще один дольмен. Вот этот, как мне кажется, блин, самый крутой. С такими стенами. Типа. Тут стрёмно. Но это не старые, не древние люди строили, потому что там находится вот что. Поэтому. Нас обманули, но все равно красиво. Видишь Рому, блядь? Лазим в гору. Вот, смотри, как красиво. Очень интересно, как в джунглях. Ну, если я упаду, в джунглях? Ты на меня-то посмотри, как я лазим. Я не упаду. Ты чувствуешь, я падаю. Все, схватилось. Не, в тапках, конечно, неудобно. Ты посмотрите на нее.
Все хорошо. Ой, тут еще страшнее. Вот еще одна канатка. Сейчас мы поднимаемся в парк Олимп. Там есть колесо обозрения. Она бесплатная, прыгать красиво. Прям такой вкусный. 390 рублей. Гора. Она подавилась. Блогер, гора. Ну, мама, мне так нравится. Блин. Да, покушайте. Все. Рома заказал себе тоже бургер. Только немножко подороже. На 40 рублей. Посмотрим. Который сейчас буду есть не я, а она. Ну, я только попробую. Ну, я знаю, ты попробуй. Ну-ка, что за бургер за 430? На, пробуй. Ой, у тебя он немножко пережар. Вечно тебе не везет. Вечно мне не везет. Пробуй. Да. Там, короче, прикиньте, корабль-призрак какой-то. Прикиньте. Давайте посмотрим. Короче, мы все-таки пошли на этот корабль-призрак. Пустой. И было темно. Нереальные эмоции. Начали меня кто-то трогать, но я начал. Ноги, руки. Короче, я не знаю, мне страшно. Потом резко включаюсь, и там в масках два типа. Ну, не знаю, короче, так как-то немножко пойдет. Но я вот так вот сидела поначалу. Я сидела впереди, а он сзади. А я сидела прям вот к ним лицом. Прям первая, блин. Господи. Нереальные эмоции. Я же такая, не трогай. Надо было тебе буз сделать сзади. Вот туда вот, что... Не могла я это заснять, потому что плохо было. Видно, жалко. Ну, ладно. Пошли! Мы сейчас сюда пойдем. Я всех больше фонариками, спичками, зажигалками не светим. Идем, самое главное, медленно, не спеша, потому что пойдете быстро, вас не успеем напугать, и все испортится. И с актерами не ругаемся, не бьем их, не оставим. Давай ты первый. Все идет на свет, главное, медленно, потому что... И руку мне дай, Ты че? Идем на свет. На свет. Ой! Страшно! А это что? Это Коко, который любит чикатать! Извините, я не хотел! Попробуйте руки вверх поднять. Сюда и можешь.
заткнись лучше. Ну, я не знаю, я не... Первая. Здесь его дергать не надо, резких тоже движений делать не надо. Просто сейчас вот это, надо так. Вот ты можешь даже так, да, попробуй. Ну ты трэш. Я тебе говорю, давай попробуй. Смотри, сколько народ на тебя. Велосипед-то вправо, влево, влево, вправо. Блин, столько людей, понимаете? Угу. Все, мы спускаемся вниз. Мы тут дофига денег оставили на этих аттракционах, но было весело. Есть продажи дофига. Советую на велике не пробовать никому кататься, это бесполезно. Взяли коктейльчики. Сегодня так. Сидим на море, потому что прохладненько немножко. Сегодня мы приехали в Шато де Талю. Это кусочек Франции на русской земле. Французская культура вина, французская эстетика в архитектуре и интерьерах. Она принадлежала официально винограднике эти жене Александра Ткачева, Ольге. Пойдем смотреть. В общем, мы сейчас идем на дикий пляж «Голубая бездна». А, спуск туда немножко жесткий. Не немножко, конечно. Сейчас мы проходим лесочек. Море еще не видно. У меня уже все ноги грязные. Мы хотим заснять танец. Посмотрим, что получится. Взяла с собой вот это. Накину. Вот. Под дождем, конечно, капец. А еще что? Мы как в джунглях. Мы как в джунглях, смотри. В джунглях. Триндец, еще дождь. Да, лес густой, такой густой. А все. Мы пришли в тупик. А там даже по тропинке. А куда тропинка идет, неизвестно. Страшно идти в лес, да, по тропинке? Знаю, что еще тут змеи есть. Давай рискнем, если тропинка есть, то это круто. Погнали! Блин, тут сейчас густой лес начнется. Ух ты! Можно еще подскользнуться, как в грязи. Ага. Там реально кто-то ходит? Не знаю. Я знаю, что мы из одной тропинки вышли на другую тропинку. Вот. Ну, нам надо туда в любом случае. Да. Дай мне лучше белую сорочку все-таки. Вы видите, что тут? Вот здесь немножко трудновато. Пожалуйста, только не упади. Я вообще-то фильмом «Джунгли» насмотрелась. Понимаю, ты у меня под алкогольной продукцией. Рум, так... Ладно. На тебе веточку, держись. Ах, бляха, муха. Сорочка моя, сорочка. Нормально, нормально. Ну как тебе? Сейчас ты увидишь море и офигеешь. Вот здесь можно и палаточку расставить, кстати. Офигеть. Слушай, может нафиг я парни буду? Вот здесь поставимся. Пойдем. Пойдем туда. Пляж «Голубая бездна».
Рома пошел смотреть там дорогу. Походу он там это, тапочки сейчас порвет и сейчас пописывается от смеха, блин. Нашли место вот тут вот, вообще людей нету, очень красиво. Сейчас пройдем чуть дальше, посмотрим. Можно будет тут, конечно, заснять танец, сейчас посмотрим. Аккуратно. Я хотела ножки. Тебе хотелось скорее сбежать, пролетая ночные огни, мою душу на осколки разбивать, твой любимый стиль. Тебе хотелось, чтобы закричать голос громом на сотни миль. Не ради пожара меня подожги, подожги, чтобы светить. Саша, ты... Ой, макароны еще. А чё они макароны? Я не знаю. Ты моя звёздочка. Ты ж молодец какой. Мне ж девчонки забили. Сидим. Почти пришли к скале парус. Нас сюда привезли на корабле. Привезли нас сюда, но через эти все камни нужно было. А вон наш корабль. А наш корабль отдыхает. Вон. А наш там, корабль где-то катается. Хотя не мог нас к скале отвезти сразу. Надо было, чтобы мы вот это вот ходили. Хочешь обратно с ним, как ты идешь? Чтоб все таскали в руках еще. Мне мочиться нельзя, я вступаю, я не доступаю. Скажешь, как надо. Вот это вот что вы такое? Ты сейчас 500 рублей. За что? Все. Все классно, если бы не было у меня еще пакета дополнительного лишнего. Про скалу пару чуть скажешь. Ну, скала, как скала. Ну, интересная, но, если честно, ничего такого необычного. Нифига ты, блин. Ну, ну ладно. Я ожидал больше. Что ты ожидал? Ну, так высоко такая. Так-то да. Ну что, Роман? Вот это мы идем обратно к тому пляжу. Этот проход как бы еще не такой страшный. Как бы тут еще как бы еще не нужно руками держаться, чтобы об камни, чтобы пройти. Тут даже можно пробежаться. Тут тоже не страшно. Тут нормально. И вот так вот проходишь аккуратно. Вон там вот дальше начинается. Где мы? А мы в Кабардинке. Мы в Кабардинке. Кабардинке? Мы вот здесь живем. На втором этаже.
Вот такая вот милая улица. Мы сейчас идем, короче, покупать вино. Вина Кубани. Мы там купили уже какой-то, называется «Знахарь». Что-то там нам посоветовали, оно реально оказалось вкусненьким и классным. Полусладкое. Я люблю только полусладкое вино. Потому что от сладкого мне будет плохо, от сухого у меня будет сушняк, и мне будет очень плохо. А полусладкое вот самое то, вот на моем опыте, не знаю, у всех по-разному. А у тебя как? А ему от сетевого вина плохо. Он просто не пьющий человек, говорит, да я тоже не пьющий. Просто отдыхаю часто. В общем, мимо проходили, нашли вот такую красивую будочку, можно тут сфотографироваться. Все, мы на пляже в Кабардинке добрались. Купили еще вина, и тут очень красиво. Сегодня мы поедем в дом вверх дном. Маршрут перестроим. В смысле? Навигатор. Я не туда поставила. Через навигатор. Я поставила не наверх дном, а на этот. На другой дом. Я просто на частный сектор какой-то поставила навигатор. Сейчас я все сделаю. Пока есть прямо. Итак, хорошо, мы правильно едем. Нет, мы неправильно. Мы где? Через 350 метров поверни налево. Маршрут перестроен. Он просто гонит. Вот где мы едем, он гонит. Это что за пипец? Все верно, едем прямо. Навигатор тоже решил вверх дном себе показать. Ну что ж, дом вверх дном как-то такой себе. Вообще такой себе. Еще 300 рублей с человека, 600 рублей за то, чтобы походить по трем комнатам. Ну, экскурсия за 3 минуты, которую отдать надо 600 рублей, просто топ. Да. В общем, сейчас мы поедем в старый парк, который знаменитый здесь, в Кабардинке. По отзывам там 50 на 50, посмотрим, понравится нам или нет. Оделась красивенько, чтобы пофоткаться. Значит, есть там монета? Можем взять там одну и закинуть туда, будет двойные. Стоит, ждет, когда люди разойдутся, чтобы фоткаться. А люди все идут и идут. Вот сегодня такая красивенькая, в таком платье. Мы поедем в Новороссийск фотографироваться. Сзади у меня еще одно платье, я переоденусь и по разным локациям пофоткаемся. Надеюсь, что меня нормально сфотографируют. Нормально, я тебя сфотографирую. Не пожалели, ему тоже купили футболку, короче. Потому что свою прошлую белую футболку он из Кубани убирал. И не постирал сразу, как я сказала. Постирал. А постирал сейчас, как спустя 3 дня, 4, сколько там прошло. Когда она уже, конечно же, не отстирается. Ну и что? Все, на мусорку футболка. Сколько? Еще говорит. Аккуратно. Это футболка за 2000. А, сам, блин. Капец. Ты что меня пугаешь? Дверь открывает на ходу. Ну что ж, мы добрались до озера Абраум.
Вот у меня такое красивое озеро. Мы уже тут поделали несколько крутых фотографий. Пора менять локацию и платье. Сейчас мы поедем на пляж, а Сукжутская коса. В принципе, красиво. Да? Можно будет пофоткаться, главное, чтобы людей не было. Все дела. Да ты не поймешь, Ром, что за виноград. Хочешь по виноградникам прогуляться? Попрогуляться? Посмотреть, что за виноград. Как будто он, ты разбираешься в виноградах. Нет, но сделаю. Ну, в шоке вообще. Что надо? Я, может, в виноградах не разбираюсь, но я сделаю вид, что я разбираюсь. Зачем? Просто надо что-то спорить. Он серьезно? Зачем он сорвал сырой? Человек, видимо, виноград никогда не видел. А вот эти малюточки виноград, кругленькие такие веточки. Это черный виноград мелкий. Угу. Не созрелый, да, еще? Че? Не созрелый, да, еще? В общем, мы приехали на этот пляж. Пофотографировались, тут так уютненько, красиво. Вот Ром стоит. Вот Рома очень хотел на вот этот крейсер посмотреть. А знаете что? Завтра мы на Рио пойдем посмотрим. Наконец-то дождалась. Да? Да. Завтра Рио, а возможно еще потом, когда поедем обратно, мы заедем сюда. Он хочет и здесь полазить. Еще здесь погуляем. Ну что, всем доброе утро. Сегодня мы поедем наконец-таки смотреть Рио. Собственно, ради чего я вообще выбрала как бы Кабардинку, чтобы мы здесь отдохнули. И вот, ради Рио. Я не знаю, мне очень хотелось посмотреть. И почему-то самый последний именно день мы едем, потому что послезавтра мы уезжаем уже. Сейчас 8 утра. Вот. Как бы людей должно быть там мало, по сути, я не знаю. Сейчас поедем, посмотрим. Все, мы уже спускаемся к пляжу. Будем идти 2.5 километра. Как бы путь нелегкий по берегу. Ну, в принципе, пойдет. Мы идем от скалы Кабардинки. От скалы Кабардинка. Вот там написано. Рио Пирс. Вы видите? Больше всего страшно здесь упасть, да? Страшно, да? Идти по этим лесенкам. Осторожно, камнепад. В общем, путь начинается. Ой. Я хотела, чтобы было меньше людей. Но, как я понимаю, вот эти все тоже туда идут. Как бы время почти 9. Вообще в планах было проснуться в 5 утра, пойти в 5 утра, но мы не смогли. Понятное дело, что сейчас будут люди. Кто спит в отпуске до обеда? Только мы спали в отпуске до обеда. Ух ты! Я чуть не упала. Ну ладно, что. Бывает. Ну что ж, сейчас мы будем проходить по воде, потому что другого варианта нету. Ой, 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 ой. Ага, эта херня-то скользкая. Все, нормально. Нам еще надо будет еще походить по морю, потому что если раньше как бы можно было по камушкам,
Получается, море стало ближе. Красиво, да? Слушайте, походу мы его видим уже. Мы уже видим его зад. Там вдалеке. Блин. Сейчас подойдем поближе. Ну, здесь его видно еще лучше. Почти добрались. Ну, смотрите. Это жопа. Блин, если бы, конечно, не было вот этого вот граффити, было бы четче, мне кажется. Сначала посмотрим нос. И потом поднимемся наверх. Походим по палубе, по каютам. Вот. Сейчас отправим Рому туда наверх, чтобы он узнал, можно ли походить там. Потому что что-то туда никто не залазит. Ну что ж, я жду пока внизу. Разведаю обстановочку, как говорится. Блин, классно. Я на самом деле удивляюсь вот этому граффити. Вот. И донос. Типа. Молодой человек. Слушай, на судне платное. Мы знаем. Мы знаем. Фото, видео. Я вам потом расскажу, почему я не могу заснять это. Но мы поднимаемся туда. Все, пока на этом все. В общем, я погуляла по кораблю, а суть в том, что почему снимать нельзя, потому что блогеры, так называемые блогеры, попросили не давать возможность снимать туристам, потому что они там платят им 300 тысяч за съемку, и типа у них договор. Ну, если честно, это очень обидно, что они так делают. Как-то не очень красиво, если честно. Вот. Типа. Допустим, мы хотели бы пофоткаться там внутри, там, у штурвала, там, не знаю. А сделать это могут только блогеры. Сейчас мы будем купаться вот здесь, где-то, потому что здесь так чисто. Ну, не считая вот этих веток. Сейчас найдем место. Говорю про море, то что оно тут чистое. Вот, я купаюсь. На полный рио. В общем, мы покупались возле рио. Сейчас мы уходим. А вечером еще раз придем, потому что сейчас жара. Тут море реально чистое, мне понравилось, классно тут. Где-то есть, где большие камни, где-то есть поменьше камни. Ну, как бы этот... Говорят, а возле самого Рио там крабов много плавает. Вот. Как-то так. You don't love me. Удобненько. Стульчик. Лежанка. Да. Сидим, смотрим на море и на Рио. Ты доволен, что мы сюда идем? Да, как ты была довольна Рио, так и я доволен. Как его там звали?
Михаил Кутузов. Михаил Кутузов. Крейсер. Идем сейчас туда. Денис, скажи с людям. Ну все, я бы напросились. 1, 2, 3. Вот такой вот лечебный, мелодичный звон колокола крейсер Михаил Кутузов. Просьба, наша группа, больше в колокол никто не бьет. На обратном пути, когда экскурсия закончится, можно будет с колоколом сфотографироваться. А еще существует такое поверье. Если колокол потереть изнутри и при этом загадать желание, оно обязательно у вас сбудется. Мы каждый день трем, у нас уже почти все желания закончены. Только на обратном пути. Ну что, нравится? Прикольно. Прикольно. Заброшенные Рио. Ну, тоже неплохо. Что ты хочешь, сфоткаться? Тебя сфотографировать с флагом? Да нет, чё? Просто флаг. Давай на этом фоне тебя сфотографируем. Давай так делай. Встань, возьмём. Не, дурак, это же это боевой. Маршрут для этого не нового. Если вдруг какие-то военные игрушки, то подарят мясо, мясо, калаш. Девушки какие-то. Да, ну сейчас пойдем. Давай, Селекс. А? Вот он все посмотрел, проходим сюда, присаживаемся, занимаем места на кресло и будем дальше смотри. Продолжать нашу с вами экскурсию. Здесь можно присесть в кресло, сделать фотографию с бюстом Кутузова. Один из кубриков, вы наконец-таки увидите, как же размещались матросы. Заходим, смотрим, фотографируем. Что, желание загадать? Да. Загадал. Загадал? Да. Все. Солнышко. Солнышко, улыбнись. В общем, погуляли мы по крейсеру. Как бы прикольно сохранился. Мне понравилось, в принципе. Так. Особенно, где питались эти... Кто там питался? Именно кто-то там питался особенно. Офицер. Как бы там так красиво, элитно немножко, да? А тебе понравилось? Да. Конечно, бы хотелось залезть на главный мост, где управление кораблем все было. Но, к сожалению, как сказал экскурсовод, там уже не безопасно. А сейчас мы едем в ТЦ покупать мне туфельки, потому что меня сегодня приглашают в Шато Деталю. Естественно. Как такую женщину в Шато Деталю не пригласить? Это просто невозможно. Паста выйдет на 3000, это капец. Это капец, потому что 100 грамм стоит 1000 рублей, у него паста стоит. А там больше 100 грамм.